Здравствуйте, Индихан. Здравствуйте. Что сегодня здесь происходит? Здесь представлены мои работы. Это моя первая выставка. И с позволения Союза художников она проводится в этом замечательном выставочном зале Союза художников, за что я очень благодарна. И для меня это большая честь. Сколько работ выставлено? 54 работы. 54. Это работы ваши за какой срок? В основном 17-18 годы, так. Но есть и 12-15. Выставка посвящена, эта выставка посвящена моим родителям. Инчихан, наш журнал называется «Таныш Улар», то есть будем знакомы. Да. Расскажите о себе. Я глазной врач, лазерный хирург, работаю в НИИ глазных болезней в Москве. Получила образование здесь, в Баку, потом постдипломное образование получала в Москве. И защищала кандидатскую диссертацию тоже в Москве. В общем-то, всю жизнь увлекалась изобразительным искусством, будь то витражи или живопись, графика. В последние годы, конечно, мое увлечение несколько переросло в более, как бы, приобрело, скажем так, серьезные масштабы. Вот. И я поступила на постдипломное образование при Суриковском институте в Москве. Сейчас занимаюсь в классе Брусилова Станислава Александровича. Прекрасно. Но знакомство – это несколько широкое понятие. Угу. Семья, дети, интересы, планы, мечты. Мечты заниматься живописью, продолжать. Хорошо. И обязательно лечить людей тоже, то есть параллельно. То есть я не могу сказать, что я предпочитаю чем-то одним из этих двух занятий заниматься. Потому что, в принципе, считаю, что они взаимодополняющие. У меня сын, ему 13 лет, зовут его Мурат, он учится в средней школе, в 8 классе. Любовь к изобразительному искусству есть, но я надеюсь, что будет развиваться в этом направлении тоже. Ваши дальнейшие планы в искусстве? Мои дальнейшие планы – заниматься своим любимым делом, живописью, и учиться дальше обязательно. В роду были художники? В роду были художники с папиной стороны. Хорошо. Скульпторы, художники и моя племянница, которая ныне живет в Японии, это дочка моего брата, она там художница, экономист и художница. То есть совмещает две эти профессии. Такой меркантильный вопрос. Да, востребованы ваши работы? То есть удается продать? Я пока не продавала свои работы, так как готовилась к выставке. Печально. Да, но, в принципе, востребованность есть. Хорошо. Да. То есть интерес есть? Интерес есть. Некоторые картины уже, можно сказать, скажем так, пообещала. Понятно. Да. Спасибо вам. Удачи. Спасибо большое. Спасибо вам.